Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем упражнение для нашего мозга, для вестибулярного аппарата. И это будут упражнения для детей школьного возраста. В зависимости от помещения в вашем доме, квартире, чаще всего в одной комнате это примерно 6 свободных шагов для ребенка. И давайте попробуем выполнить эти упражнения. Ребенок становится на одной стороне комнаты, открытые глаза, руки в стороны, и идет через всю комнату просто вперед, и затем возвращается точно таким же образом назад, открытыми глазами. Затем он закрывает один глаз, выпрямляет вперед одну руку и, вращаясь, продолжает идти вперед, смотрит одним глазом, а затем точно так же возвращается назад. То же самое. Закрываем другой глаз, рука другая впереди. Вращаемся в противоположную сторону. Он идет вперед, а затем назад точно таким же образом. Затем, для небольшой подстраховки, ребенок выпрямляет руки вперед, закрывает глаза, и эти 6 шагов прямо идет вперед с закрытыми глазами. Затем он поворачивается, становится боком, выпрямляет руку в сторону и с крестным шагом идет в сторону с закрытыми глазами. То же самое он делает другим боком, закрыв глаза, рука в стороне для подстраховки. И затем более сложная часть. Спиной вперед, слегка руки отставлены назад, вот небольшое движение, и закрытыми глазами ребенок идет через всю стену. А самое сложное это будет следующее упражнение. Глаза закрыты, через всю комнату ребенок идет, вращаясь закрытыми глазами в одну сторону, останавливается, а затем в другую сторону. Это самое сложное упражнение. Вот такой комплекс можно выполнять даже не каждый день, а через день. И это будет хорошо сказываться на вестибулярном аппарате и на развитии мозга у детей. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.